У Алены для исполнения произвольной программы приглашается Мария Талалайкина. Вновь подчеркну ее достоинство. Это, конечно, артистизм и понимание углубления в материал. Ну а сейчас на льду появляется 15-летняя Мария Талалайкина, которая дебютировала на чемпионате России в Саранске. Пускай ей не удалось побороться за медали, но она уже почувствовала вкус больших турниров и сейчас жаждет продолжать прогрессировать. Причем, что интересно, ее произвольная программа поставлена на музыку к тому же фильму, под саундтрек которому катается в нынешнем сезоне один из главных героев чемпионата Европы в Минске Александр Самарин. Возьмет ли Талалайкина пример Александра Самарина, смотрим прямо сейчас. Очень вдохновенное катание продемонстрировала Мария Талалайкина. И, пожалуй, за исключением сорванного флипа сложно предъявить какие-то претензии. Очень она старалась, выкручивала все, без исключения прыжки в каскадах во второй половине программы. И
Сложилось впечатление, что она набирала по ходу. Эта музыка ее вдохновляла, продолжала подбадривать. И даже темп удалось Марии Талалайкиной сохранить до самых финальных аккордов звучания этой мелодии из фильма «Величайший шоумен». Ну, вы знаете, можно о многих участниц сегодня, можно многих обсуждать, но вот для меня лично запоминающаяся очень Мария Талалайкина, потому что короткая программа, по-моему, какие-то индийские мотивы были, но очень такая, она в корне отличается, программа, от всех других участниц, от тех коротких программ, которые мы наблюдали вчера, и сегодняшняя произвольная программа, она явно, мне кажется, не осталось равнодушной для тех, кто сейчас находится в Ледовом дворце Великого Новгорода, и, безусловно, добавила какой-то определенной харизмы и настроения всем тем, кто сейчас там находится, да и нам, зрителям. Хочется еще больше огня, но если мы говорим всего лишь о 15-летнем возрасте этой совсем юной фигуристки, то, наверное, у нее все еще впереди. Но это явно обе программы, что короткая, что произвольная, да, они немного отходят от тех определенных стандартов, которые мы всегда наблюдаем, да, это более-менее классическая какая-то лирическая музыка, да, здесь наоборот, это музыка, музыкальные композиции, они, мне кажется, во главе с Евгением Рукавицыным, главным тренером Талалайкиной, постарались как-то приободрить всех, кто находится в непосредственной близости от происходящего. Но все равно небольшая порция критики сейчас прозвучала из уст Евгения Рукавицына. Дескать, Мария вошла в образ и слегка заигралась как раз-таки, исполнив бабочку на флипе. Но в целом произвела приятное впечатление. В отличие от проката в Саранске, она исполнила свою произвольную программу чище, без падений, что уже само по себе немаловажно, без грубых срывов. За произвольную программу моим словам, она набирает на 6 баллов больше, чем в Саранске, 127,61 за две программы. И опережает, причем с большим запасом опережает Аглёнову, которая тренируется в той же самой, почти 191 балл. Первое место.